Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин сделал вывод, что фанаты Алины Загитовой хуже фанатов Криштиану Роналду. Вообще-то очень какой-то странный вывод. Вот что дословно было. Что ни говори, а хуже фанатов Роналду, я именно о фанатах, только фанаты Загитовой, написал Уткин в своем телеграм-канале. Для начала давайте отойдем от личностей. Сравним просто футбольных фанатов и любителей фигурного катания. Во-первых, поклонники фигурного катания не разносят стадионы и не устраивают погромы в городах после проигрыша любимых команд своей страны. Не устраивают драки между собой стенка на стенку. Помнится, только на последнем чемпионате мира Париж от хулиганства своих фанатов аж два раза пострадал, если не больше. А что с поклонниками Алины Загитовой? Последнее свое соревнование она не выиграла и даже не попала в тройку лидеров. Речь идет о чемпионате по шоу-программам. Москва-то там стоит? Ни одной витрины не разбили? И что, даже ни одной машины по этому поводу не сожгли? Странно как-то. В чем же тогда фанаты Алины Загитовой хуже фанатов Роналда? Я просматриваю интернет и не заметил никаких скандалов, забастовок, ультиматумов, выдвигания требования, чтобы Загитовой отдали первое место. Все просто были рады ее выступлению на турнире по шоу-программам. Вот такие вот дела. Всем удачи!